В сфере архитектуры и градостроительства области реализован ряд масштабных проектов, разработанных в текущем году. В целях формирования самобытного облика и художественной архитектуры города Тараза и населенных пунктов благоустройства и озеленения. Об этом рассказал на брифинг в региональной службе коммуникации. В соответствии с утвержденным генеральным планом в целях развития благоустройства территории города разработано и утверждено постановлением акимата города Тараз более 30 проектов детальной планировки. В целом, в ходе проектных работ в целях современного развития территории города, формирования шаговой доступности, благоустройства и охвата граждан, земельной и квартирной очередей, на территории города будет добавлено свыше 11 тысяч гектаров территории Байзакского и Жамбылского районов, что составит 30 413 гектаров. В прошлом году управлением были проведены работы по изучению, по результатам которых выявлено 80 объектов, строительство которых осуществлялось с нарушением норм красной линии. На сегодняшний день из 80 объектов приняты меры по 14, в городе Таразе 3, в Байзакском 5 объектов, в Жамбылском, Сарысуском, Таласском, Жуалынском по одному объекту, в Меркенском 2. На остальных 66 объектах акиматами районов и города Тараз проводится работа по принятию соответствующих мер в рамках требований законодательства Республики Казахстан. Вместе с тем, ежегодно управление проводится мониторинг проводимых работ в сфере архитектуры. В данном направлении специалистами управления проведены мониторинговые работы и дополнительно определены 30 объектов. Эльдар Гизатуллин, Азат Байтимир, Жамбыл Ньюс.